О самарском мещанстве без прикрас и стереотипов в музее Алабина прошла встреча с доктором исторических наук Зоей Михайловной Кобозевой. Профессор Самарского университета посвятила выступление повседневности жителей областной столицы с конца 19 века на примере своей семьи. В роли наглядного пособия выступили костюмы, личные вещи и фотографии. Встреча прошла в интерактивном формате. Рассказать о своих корнях и показать семейные артефакты могли все желающие. Я исповедую такой принцип постижения истории, что вот есть большой нарратив, большая история, которая событийная линия, которая заключена в наших учебниках, вот, в каких-то монографиях, обобщающих трудах. А есть история маленького человека, повседневной жизни, которая не всегда идет в унисон и не всегда совпадает с ритмами и этапами большой истории. О самарской повседневности говорили в рамках акции «Пишем историю вместе». Это цикл встреч с жителями города, специалистами разных областей. Уже сегодня в музее Алабина о пяти приездах и двух концертах Владимира Высоцкого в Самаре расскажет Михаил Трифонов. А 27 сентября пройдет встреча с фотографом Николаем Сибиряком. Он расскажет о своем отце, нашем земляке, этнографе Илларионе Сергеевиче Поздняеве-Сибиряке. Нам бы очень хотелось, чтобы люди поделились теми материалами, которые есть у них, чтобы взгляд на историю родного края был не просто опосредованный, а именно через конкретных людей, через их истории.